На социально-теологическом факультете НИУ БелГУ прошел круглый стол «Духовные истоки правопонимания». Митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн провел чиносвящение иконы небесных покровителей юристов, святых мучеников Маркиана и Мартирия. И я очень рад, что мы начинаем работу нашего круглого стола со освящения иконы, которая сооружена на средства нотариусов и будет отныне в Спасо-Преображенском соборе, кафедральном нашем, и каждый может помолиться, призывая помощь Божию в благих делах. Даст благо просящим у Него. Участники встречи узнали историю небесных покровителей юридической профессии, в том числе новомучеников 20 века.